Как я уже сказала, у меня сегодня такой праздник. Я все выходные дни люблю, потому что в основном выходные дни. И ко мне приходят дети. А вот сегодня даже придет моя племянница с семьей. Вот. И я делаю на обед, я сделала салаты. Сделала, буду делать утку. Если будет время, то я вам покажу тоже, как я делаю утку. Буду запекать ее в духовочке с яблоками. И буду делать салат. Как вы, наверное, поняли, догадались, я буду делать сегодня греческий салат. Его любят. Я думаю, что, наверное, все любят. Но моя семья его очень любит. Тем более, он и деткам, и взрослым, и все будет хорошо. Да? Вот. Чтобы этот салат, конечно, получился вкусным, тут нужны свежие, хорошие овощи. Но сейчас как бы все с магазина, но все равно это будет, я думаю, вкусно. Чем он тогда? Это салат классический, поэтому я как бы не буду стараться не внедрять свои там изобретения, правильно? Потому что лучше я не придумаю, здесь уже за меня все придумали. Вот, люди более умные, более грамотные в этом плане. Поэтому я буду придерживаться строго-строго. Ну, буду стараться. Той рецептуры, которая у меня есть. Значит, салат будет есть чисто классический, там, где нет перца, да, потому что есть греческий салат с сосисками, с курицей, да. Вот, а я сегодня буду делать с перцем, с болгарским перцем. Вот, ну, приступаю к работе, и буду показывать, и буду рассказывать, как умею, так и покажу. Значит так, у меня есть болгарский перец, лук, помидоры. Здесь идет крупные нарезочки. Я начну нарезать с лука. Вот так уже как бы. Значит, лук синий. Не обычный репчатый лучок, а синий. Так идет в рецептуре. Так я буду это делать. Значит, лук нарезается. Я разрезаю луковицу пополам и нарезаю тонко полукольцами. Тоненько полукольчиками. Так, лук я нарезала тонкими полуколечками и всыпаю в салатник. И сразу же нарезаю помидорки. Значит, помидорки, видите, я вырезаю вот эти попочки. Я это вырезаю и выбрасываю. Значит, помидорка режется тоже, это крупненько режется. Я ее режу на 4 части. Вот так вот. Значит, пополам и еще раз пополам. Ну, можно вот так вот еще раз вот так вот можно. То есть такие крупненькие кусочки, не меленькие, не колечки, а вот крупненькие кусочки. Нарезаю помидоры. Так, нарезая помидорки, буду нарезать теперь перец. Я купила желтый перец и красный. Сам по себе греческий салат, он яркий, красивый, но для того, чтобы еще больше придать яркость, я взяла как бы два цвета. Может быть, и так нельзя, кто его знает, но я сделаю так. Нарезаю перчик. Ну, они пишут, да, соломкой, да. Но соломкой можно нарезать и вдоль волокон, правильно? И можно нарезать поперек волокон. Это будет полукольца, да? Вот как мне сделать? Ну, я нарезаю полукольца. Я так нарезаю, так вот тоненько полукольцами. Может быть, я делаю неправильно, потому что, в принципе, вкус перца тоже от этого зависит. Если поперек волокон перец более будет сочный, да, потому что если взять вот такой стручковый перец и его порезать поперек, он будет очень горький. А если порезать вдоль волокон, попробуйте, горечи не будет. Так. Значит, я порезала помидоры, перчик, лук, да? Теперь это все я перемешиваю аккуратненько. Затем, когда я перемешаю, мне понадобятся маслины. Значит, маслины, надо будет сейчас откинуть их, то есть жидкость, чтобы мне удалить. А салат хорошо нужно перемешать. Так, я откинула маслины, жидкость, да. Значит, вообще рекомендуют, и так положено, брать маслины с косточками. Но почему я взяла без косточек? Потому что у меня маленькие дети, и я просто боюсь, только из-за этого. Вот, маслины бросают целиком. Тут я тоже сделаю маленькое нарушение. Я их разрежу на 4 долечки, вот так вот. То есть вот эти такие нарушения я делаю.
не знаю, может, тут еще, я думаю, только за счет того, что у меня малые дети, я просто боюсь, чтобы как бы... Так, что я прошу у всех прощения? Я говорю, старость не радость, когда полный склероз. Значит, я тут забыла, самое главное, вот огурцы передо мной лежат, и никто не скажет, что я не нарезала огурцы. Вот. Ну, ничего, конечно, страшного не произойдет, но все-таки вот такая вот я говорю, старость не радость. Значит, огурчики как? Я беру огурец, режу его вдоль на две части, да, и нарезаю потом тоненькими полуколечко получается. Тоненькая вот такая вот, ну, тут тонкое полуколечко огурчики. Так, я вот огурцы добавила, ну, как бы ничего страшного, еще я же его не приправляла, ничего. Так, огурчики. Теперь я перемешаю. Опять перемешаю хорошенько. И уже докладу, как я кажу, эти маслинки, которые я не доложила. Поехали. Так, еще раз я перемешаю салатик хорошенечко. Надо хорошо перемешать. Затем мне понадобится сыр фета. Можно брынза, но брынзы у меня нет. Ну так, сейчас я достаю. Так, и надо тоже, сейчас его достану. Значит так, здесь в этом кусочке 250 грамм, да? А мне как бы на порцию надо 100 грамм. То есть это будет где-то, ну, чуть меньше половинки, да? Вот так вот. И я нарезаю кусочками такими, и не очень малюсенькими, но и, не, конечно, не очень такими громадными, так? Вот. И перед тем, как положить сюда, значит, что я делаю? У меня вот это оригами, я посыпаю салатик. Теперь соль. Ну, вот это все я солю с ладошки. Когда я делала, как вы заметили, салаты, которые я заправляла майонезом, я их никогда не солю, потому что там достаточно соли, но это для моей семьи. В самом майонезе и в тех овощах, которые я там закладываю, или в тех продуктах, которые там есть. Вот и черный перчик молотый. Так, я сюда. И теперь перемешаем еще раз. Что я делаю дальше? Дальше что еще готовлю? Значит, мне надо оливковое масло. Где-то... Ну, где-то таких вот три, наверное, ложки. Но я делаю на глаз. Вот, я потом скажу, вот, к чему там, чего там придерживаться. Так? И беру лимон. Вот, я его разрезаю пополам. Вот, и выдавливаю сок лимона в масло. Так видно, да? В общем, сок лимона. В принципе, я беру... Если большой лимон, то половина, если большой, а если маленький, то целенький лимончик. Так, теперь вот это, где у меня масло и сок лимона, да, я чуть-чуть добавляю соли, чуть-чуть, немножечко вот так вот, и поливаю салатик. Перемешаю. И что я буду делать дальше? Я почему за сыр пока ничего не говорю? Потому что я буду перекладывать этот салат в другую посуду, в салатник. Сейчас я покажу. Я его буду перекладывать вот в этот салатничек. Сам по себе греческий салат, он яркий. И как бы в дополнительном украшении он не нуждается. Поэтому я как бы украшать его особо не буду. Ну, переложу такую более праздничную посуду, да? Ну, для меня это более праздничная, для кого-то она ерунда какая-то, для меня это салатник такой, более праздничный. Вот, теперь нахожу центр, да, своего салатника, и сюда я выложу кубики сыра. Вот, я выложила кубики сыра, я выложила по центру. Затем то будем набрать. Дальше что я беру? Я беру базилик, листья. Где-то буквально две веточки. Оригамо еще можно оригамо посыпать. Чуть-чуть присыпать так. И как приятно пахнет.
и рву листики. Это будет и украшение, вот, и это будут витаминчики. Так, тут капелька еще осталась маслица, я так вот чуть-чуть нанесу на сыр. Вот. Ничего, пока ничего не буду мешать и ничего не буду трогать. В центре поставлю украшение, такую веточку. Запах, конечно, очень приятный. Все-таки базилик дает такой приятный запах, чудесный. И вот это вот вся красота. Потому что сам по себе салат, он очень красивый.